Іноді трапляються незрозумілі дива, але виключно з тими, хто вірить, що дива бувають, письменник Пауло Коельє. Вітаю вас, я Наталія Ковенко і це програма «Будьте здорові!». Фахівці з біоенергетики вважають, що тіло і душа кожної людини тісно взаємопов'язані, а тому її емоційно-психологічний стан позначається на фізичному здоров'ї і навпаки. Про те, як можна самим собі допомагати біоенергетичними прийомами, ми й будемо говорити сьогодні. Наша гостя – директор Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», академік, біоенергетик Людмила Жукова. Пані Людмило, я рада бачити вас у нашій студії. Дякую, що як обіцяли, так і прийшли. Ви, як завжди, чарівна. Спасибо. Дорогі друзі, нагадаю, що свої запитання наші гості ви можете поставити під час прямого ефіру за телефоном, який бачите на екрані, або на нашій сторінці у Facebook. Ось так вона виглядає. Заходьте, пишіть, дописуйте, ми все це будемо бачити і, звичайно, дзвоніть. Пані Людмила, ну що, ми починаємо. Сьогодні такий дивовижний день. П'ятниця 13-те, сонячне затемнення, ретроградний Меркурій, да. Ретроградний Марс. І ви така красива, не побоялися до нас прийти в програму в такий важкий нібито день. Діло в тому, що, ви знаєте, я розкажу об этом дні так, як я обычно привикла розказувати, поскольку я дуже любопитна і завжди копаюсь в комп'ютері, в книгах, розмовляю з священниками, як вони відносяться к различного роду сообщениям, що п'ятниця 13-та – це страшний день і прочее. Я вам скажу, що прийшла к виводу уже давно, що все зависить від системи вірювання. От во що ви вірите, так оно і буде. Но, тем не менее, 13 число именно сегодня, в 18 году, это подобная ситуация была, затмение, солнечное затмение, в 1974 году. И только это ученые НАСА. И только в 2080 году будет еще такое же солнечное затмение. Почти 35% Солнца будет закрыто Луной. Но вы знаете, и если опять же возвращаться к тому, к приметам и прочее, то считается, что в этот день, в эту ночь вылазят все самое страшное, что только может быть, и так далее. Я пыталась в Библии найти ответ на этот вопрос. И в свое время разговаривала с нашим великим Владимиром, и он мне объяснил, что у Библии цього нема. Действительно, у Библии нет объяснений. Пятница 13 числа. Но почему-то уже много сотен лет говорят о том, что именно 13 числа Ева в пятницу дала вкусить яблоко Адаму. Именно 13 в пятницу Авель был убит Каином Авель. И именно 13 числа в пятницу распяли Иисуса Христа. Понимаете? И вот на основании вот этих небиблейских довольно-таки верований, но уже между людьми это все ходило, и вот из поколения в поколение, из столетия в столетие продолжается вот такая версия, что 15 числа в пятницу обязательно нужно ждать чего-то страшного. Але якщо ми не говоримо про езотеричні речі, ми поговоримо про те, що от сонячне затемнення, ретроградний Меркурій – це все ж енергія, яку не вивчила ще наука, але кажуть, що вона впливає на людину. Діло в тому, що іменно от в цей день… Вот именно в такое сильное солнечное затмение действительно энергетика негативная выплывает на передний план. И вот эта негативная энергия, эта энергия, к сожалению, это именно та оставшаяся, как бы Солнце пытается выжить из своих оставшихся приблизительно 65%, оно пытается как бы вытолкнуть из себя то негативное, которое мы с вами, к сожалению, люди, живущие на Земле, все, мы, животные, растения, поглощаем. И вот в этот день, наверное, я думаю, что именно на основании вот таких вот данных и предупреждают, что пятница 13-я – это есть опасный день. Есть, конечно, некоторые люди, которые в это очень сильно верят. Но для тех, кто сильно верит в это, я могу тоже дать несколько советов. А давайте дамо всем. Тому давайте что, дадим. Насправді, негатив з нас, з кожного, може виходити. І це не залежить ні від п'ятниці 13-го, ні від сонячного затемнення. Тобто ми зараз живемо в складні часи. В Україні
країні відбуваються такі події, як війна, як негаразди, економічні негаразди, люди збідніли. Тобто негативу дуже багато. От як себе поводити? Не лише в п'ятницю 13-го. Ви знаєте, я би советувала прежде всего повірити в те, що ви є, ви чоловік, ви найкращий. Я неоднократно це повторяю вже десятки лет своїм пацієнтам. І ви знаєте, у мене навіть іноді виздоравлюють пацієнти, як я так думаю, і вони в цьому некоторі потім намагаються убеждатися в тому, що вони поміняли свій образ мислення. Це дуже багато значить о том, як ми проснулись, як ми посмотрели на себе в зеркало, як ми увидели своїх внуків, дітей, і з чого починається ваше утро. Ваше утро должно начаться с улыбки. Даже, знаете, если вот тут болит, вы встаете, кряхтите, здесь плечо не могу расправить, оно тоже болит, расчесываете волосы, оно комками вылазит. Ах, боже мой, вылазит, но возьму, заварю там корень лопуха, и оно перестанет вылазить, вотру репейное масло, оно тоже перестанет вылазить. Есть очень много позитивного. На любой негатив можно найти массу позитивного, и тогда все в жизни меняется, краски меняются. Это очень важно. Важно дать себе позитивное задание, вот проснувшись с утра, а вечером, когда вы ложитесь под день, прошел тяжелый, вы не знаете, какая у вас будет ночь, там, допустим, гроза, молния и прочее, оно не будет спаться, бессонница. Тем более у нас сейчас ситуация, когда мы вот пенсионерам там пенсии не хватает и так далее. Я не хочу просто лезть в политику, но на каждого из нас все равно эта политика действует. И вот вы знаете, ну если человек не уверен в завтрашнем дне, конечно, сегодня как он будет хорошо спать, что он проснется и будет есть на завтрак. И поэтому ложитесь спать. Есть такое слово – аффирмация. Есть информация – это то, что мы получаем. На сегодня, к сожалению, информационный банк загружен таким негативом, таким хаосом энергетическим, что это тихий правда. Ужас. А вот есть еще такое очень красивое слово – аффирмация. То есть это вы даете себе задание, чтобы сбылось нечто. Вы плохо спите в последнее время. Вы, когда решили лечь в постель, вы прежде всего подумаете о том, сегодня у меня будет прекрасная ночь. И вот вы ее разбираете, вы укладываете подушки. Боже мой, как я сегодня буду спать на этих подушках. Мне приснится замечательный сон. У меня сегодня будет самая лучшая ночь. И так далее. Понимаете, вы себя к этому подготавливаете. Мысли материальные. Но кто мешает мне самой себе сказать, что я самая умная, самая красивая. И, Господи, у меня ничего не должно случится, и оно никогда не случится, если я сама этого не захочу, если я сама не буду себя к этому подталкивать. У меня все будет хорошо. В моей жизни всегда случалось то, что я хотела. Я хотела добиться чего-то, я этого добивалась. Причем, вы знаете, это было не так хаотично. Идти, да, не, или по трупам и прочее, как этого многие добиваются. Я шла спокойно, я шла нормально, но я шла уверенно. Я знала, что я это хочу. Аффирмации. И передо мной расстилалась зеленая дорога. Понимаете, я шла по этой дороге. Никогда у меня не было тех препятствий, о которых люди любят говорить. Я не знаю, зачем. Ну, Господи, создавайте себе, убирайте эти препятствия мысленно, и поверьте, что они будут уходить. Ну, просто нужно жить более свободно. Насправді, ми вже почали вчити нашого глядача, як допомогти собі самому. Тобто, прокидаємося і кажемо, дякую Боже за те, що я сьогодні прокинувся. У мене буде чудовий день. Ввечері лягаємо спати. Даємо собі спокійні ночі. Дякую усім, хто був зі мною цього дня, і обіцяємо, що будемо спати добре. І перш ніж ми з вами продовжимо, давайте подивимося сюжет. Давайте. Дивимось. Її унікальні здібності бачити і лікувати руками проявили ще в дитинстві. І вже багато років Людмилу Жукову називають жінка-рентген. А в її здатності бачити те, чого звичайна людина бачити просто не може, неодноразово могли переконатись навіть затяті матеріалісти і скептики. Ко мне как-то пришел один профессор, и он пришел наш с онкологического центра на Ломоносова, изумительный человек. Пришел и говорит, что Людмила Петровна, много слышала вас. А ну посмотрите меня, пожалуйста. Вот просто любопытно. Я знаю свои диагнозы. И мне уже столько лет, но знаете, прожил всю жизнь и вот начал сталкиваться, вас по телевизору посмотрел. Вот просто меня это заинтересовало как профессионала. Я его посмотрела, рассказала. А потом он говорит, я все понял, но теперь, говорит, давайте между нами, вот один на один. Скажите, сколько мне еще осталось? И вот я когда посмотрела, есть такие точки, по которым можно определить, сколько человек уже проживет. Я ему сказала, ну, ваш возраст вообще-то ухода, если вы вот так откровенно хотите знать, 78 лет. Он говорит, Господи, ну, слава Богу, еще 2,5 года поживу. Он пожил 2,5 года.
Згодом біоенергетика стала справою життя і для доньки Людмили Петрівни – Аліни. Когда биоэнерготерапевт работает с вот этим биополем, он восстанавливает энергетический баланс. А почему восстанавливает? Потому что жизнь, она разная. Мы нервничаем, мы что-то не то едим, мы что-то не то пьем. То есть всякие нюансы бывают в нашей жизни, которые немножко портят наше самочувствие. А у кого-то не немножко. Вот. И это все отражается на нашем биополе. То есть наше физическое тело и наше биополе – это отражение одно другого. Понимаете? И когда мы работаем на уровне биополя, вот таким образом мы восстанавливаем энергетику, а восстановление энергетики восстанавливает функцию наших органов и систем всевозможных в организме. Нині Людмила Жукова мріє про те, щоб всі свої знання і вміння передати іншим дітям. Бо саме з раннього віку треба розвивати в людині всі її таланти і здібності, переконана біоенергетик. Я написала методику, это еще в 2002 году была опубликована книга, а методика была написана в 1996 году. А зам методики навчання дітей прийомам біоенергетики авторства Людмили Жукової зможе навчитись і глядацька аудиторія нашого каналу. Пані Людмило, от скажіть мені, будь ласка, чи важко мені особисто або кожному, будь-якому з наших глядачів навчитися тому, що вмієте ви? Адже минулого разу ви сказали, що біоенергетика є в кожному з нас. Це повинен бути якийсь талант, який притаманний людині з народження, чи все ж таки можна навчитися? Діло в тому, що почнемо з малого. Ми з вами розмовляємо, голос є у вас і у мене. Дякувати Богу. Да, слава Богу. Ну, хто-то із нас поє. То ли ви, то ли я. Ну, я пела, меццо-сопрано, куди денешся. Потім, ви знаєте, хто-то читає стихи, ми заслушуємося. Віктора Цоя ми теж слухали, у нього своєобразне було пення. Той – це голос. Руки є у кожного. Хто-то взяв кисть і вдруг почав писати. Он пишет картины, которые сегодня, извините, любуется весь мир. Они выставляются в мировых галереях всего мира и так далее. Очень много есть людей, которые не используют то, что у меня есть. Вот я не могу даже нарисовать красиво, правильно огурец. Ну, не получается у меня. Я когда-то в детстве внуку нарисовала, он попросил нарисовать зайчика. Я нарисовала, он схватил зайчика, бежал к моей дочери и кричал, говорил, мама, посмотри, посмотри, плакал. И моя дочь подошла, сказала, мама, я тебя умоляю, больше ничего никогда ребенку не рисуй. То есть, понимаете, у каждого что-то заложено. Вот точно так же. Мы ходим, мы двигаемся, мы говорим, мы смотрим. Мы производим какие-то действия. За счет чего? За счет той энергии, которая есть в каждом из нас. Но у кого-то она вот так аж плещет. Человек магнит, к нему подходит, его любят, его гладят. Каждому хочется лечь на плечо, что-то рассказать и так далее. И есть люди, от которых мы шарахаемся. То есть энергетика, энергия, она есть в каждом из нас. Но ее, эту энергию, нужно обязательно можно и нужно использовать во благо самому себе и во благо тем, кто тебя окружает. Этому можно научиться. Я это неоднократно доказывала. Вы знаете, я очень благодарна профессору Табачникову, который в свое время на своей кафедре еще в 1986 году проводил первые курсы врачей Советского Союза. Я читала курс биоэнергетики. И по сей день те, которые возраст позволяет, работают. Это были из Прибалтики, из Германии, это были из Советского вот, Союза, из всех стран, которые оставались и так далее. Я настолько довольна, что я вот могу это отдавать, и мне хочется очень много отдавать. У меня сейчас есть врач, которая вот пришла ко мне, услышала мое выступление на конференции, которая совершенно не касалась биоэнергетики, а просто сегодняшнего положения в медицине. Ну, никто уже этого не скрывает, положение очень серьезное, негативное. И она пришла ко мне, говорит, Людмила Петровна, вы так выступили, что я пришла к вам, потому что вы меня как-то притянули к себе. Вы знаете, и я ей благодарна, да, да, мое выступление вызвало аплодисменты и так далее. Но из всех были какие-то телефонные звонки, но пришла ко мне вот именно вот такая горящая, она одна.
Причем врач умничка, всю жизнь отличница и так далее. И я ее уже где-то около месяца пытаюсь ей передать то, что я могу. Мне будет нелегко ей передавать по всем знакам зодиака. Она не совсем, я лев. Но она несколько другой знак, который не совсем, мы с ней деловые партнеры. А я стараюсь ей передать, вот еще раз самой себе доказать, что ты это сможешь, Людочка, старайся, у тебя это получится. Ви знаєте, і получится. От, пані Людмило, всі мають ці здібності, але як вийти, звичайній людині, вийти за рамки і змінити свою енергію на позитивну, щоб вона допомагала в першу чергу людині і оточуючим? Близьким, дітям. Тобто, от якісь такі, можливо, якісь прості речі ми можемо порадити. Ви знаєте, мишлення. Тобто, от не треба нікуди ходити, не треба ні в кого нічого заимствувати. От я говорю, мене слухають, пусть внимають тому, що я говорю, мишлення. Я когда-то була совершенно другая. Я, ви знаєте, була з короною на голові. І я эту корону носила, там, ног під собою не чувствовала. Мене почала міняти ситуація. Я пройшла мимо своєго отчима, професора, невропатолога, проректора мединституту, мимо не заметила. Второй раз я вон около кіоска остановилась, я опять прохожу, его не вижу. Прихожу домой, мама мне говорит: деточка, вообще так нельзя. Ты периодически сдвигай свою корону. Ты прошла мимо Бориса Сергеевича, и ты его даже не заметила. Тобто так, и вы знаете, была піднята, да, голова. Вот так высоко я себя, ну, спортсменка, пою, играю, вся отличница всю жизнь. То есть, знаете, как-то вот нельзя. Ни в коем случае. Каждый должен знать свое место. Я тогда его еще не знала. Я узнала свое место только тогда, когда я поняла, что я кому-то нужна, что я могу. Но я для этого сняла корону. Ее, может быть, что-то, какой-то там ореол от нее остался, но ее уже нет. И поэтому пусть люди не боятся снимать эти короны с себя. А вот тем, кого ее не хватает, нужно хотя бы приблизиться к ней, погладить и подумать о том, что я стою того, чтобы на мне тоже что-то блестело. Понимаете, мы же все очень разные. И я бы дала, конечно, такой необходимый всем совет. Меняйте свое мышление. Не надо приспосабливаться. И вот, знаете, говорят, если ты не можешь изменить обстоятельства, начни приспосабливаться к ним. Да, свои так. Отношения к нему там и так далее. Не всегда это получается. Я тоже это знаю. Поэтому нужно не к обстоятельствам стараться приспособиться или смотреть на них по-другому, а менять свое мышление. Это нелегко бывает. Нужно просто, я расскажу, как это делать. Это, вот это как раз урок для тех, кто нас сегодня слушает с вами. Мы всегда любое, что бы мы ни решили, вернее, любое решение мы можем принимать только оставаясь в состоянии полного покоя. Иногда человек не может расслабиться, вот дергается, вот то встает, сон съесть не может и бегает, ходит. Нет. Полюбите себя на полторы минуты всего лишь. Вот несколько секунд уйдет на то, что вы сели, расслабились. Вот скажите себе, что я облако. Вот я просто облако. Вам тяжело это сказать? Я в море лежу, раскинув руки. Вам тяжело это представить? Я в лесу, смотрю на верхушки деревьев, которые шатаются. Господи, столько я могу предложить картин, которые человек должен не лениться представить для того, чтобы он смог расслабиться. Или в конце концов он сел на кресло, ну почувствуй, что ты сидишь на кресле, и вот когда ты его почувствуешь, облокотись на спинку так, что ты почувствовала твоя спина, кресло очень удобно, голову положи, голова тебе скажет спасибо, спина, все твое тело скажет тебе спасибо. И вот на это уходит немного времени. А потом расслабься настолько, что вот даже на какие-то секунды, вот меня нет, я растворился. И вот в этот момент, когда человек растворился, самое большое, что он хочет вот решение какое-то принять и не знает, как, да или нет, он должен внутри себя, перед этим заложив аффирмацию, как, какое принять решение, он должен внутри себя созреть, а он созревает только в состоянии полного покоя. Ну, не может человек созреть, если он возбужден, если что-то мешает, кто-то мешает, там, не там стоит, а это не там стоит, то расслабься. Вот расслабился, и твое мышление подкорка подскажет то, что твоя кора
твое сознание, подсказало подсознание, где-то уже ответ начинает формироваться. И у меня бывают больные, которые приходят и говорят: Людмила Петровна, вот я попробовала по этой методике, вы знаете, и я сегодня приняла единственно правильное решение. И что вы думаете, у меня действительно получилось? Сейчас был телефонный звонок, когда сказали, что у меня то, что я предложил, действительно имеет место быть. И полный вперед. Люди просто не понимают, какие они сильные, как они много могут. Они позволяют себя обманывать, они позволяют над собой делать то, что нельзя позволять. Но они-то этого не понимают до поры до времени. А попробуйте. Ну, я не говорю, что я такая вся великая, слушайте только меня. Но есть те методики. Можна. Можна. И можно це зробити прямо зараз. Я вам больше скажу. Когда-то я упала и сломала себе плечо. И я дружу с одним священником стареньким. Он мне подсказал, что пойди, там есть церковь напротив Печерской лавры. Старая древняя церковь. И когда заходишь, с правой стороны икона Николая Угодника. Попроси, чтобы он тебе помог. Я никогда не делала таких вещей. Вы знаете, я на следующее утро попросила водителя меня туда отвезти. Я захожу, в церкви никого не было, кроме женщины, которая торговала свечами, иконами. И я почувствовала, что это Николай Угодник, я видела его икону. Я подошла, и вдруг какая-то наступила такая вот, как что-то, ну, сказать не зашло, это будет очень возвышенно, благодать, да. Я вот смотрю на него, и я мысленно к нему обращаюсь, чтобы он мне помог. У меня не было времени, чтобы мое плечо долго изволило приходить в себя, потому что у меня был договор с одной клиникой серьезной за границей. Мне надо было вылетать, и не было такой возможности. Понимаете, да? Некоторые сказали бы там, ну вот и отдохнешь заодно. Да нет, это не отдых. Я бы все время думала о том, что меня ждет люди. И что вы думаете? В это тяжело поверить, но я через неделю могла уже поднимать эту руку. Я ее стала отводить назад. И когда я потом пришла к травматологу, который мне сказал: ой, боже мой, ай-яй-яй-ой-ой-ой, и гипс не наложишь, и вот подвязку носить. Я к нему пришла, вытащила руку, положила, говорю: можно, чтобы вы еще раз посмотрели? Я уже не могу тянуть по времени, мне надо улетать. Вы знаете, он когда потрогал, подергал, говорит: ну не может такого, просто не может быть. Это ж ваш снимок, мой снимок. Ну так, ну и что? Вот это вот. То есть мы очень сильные внутри себя. Мы не используем эту силу. Знаете, просто во вред огромному количеству людей эту силу, поняв ее, используют, к сожалению, люди, которые не очень хорошо относятся к нам, вот людям Украины. И вот это печально. Вот они эту силу чувствуют, они ее используют. Так вот давайте все, каждый понемножку начнем использовать то, что есть внутри каждого из нас. Мы станем не просто сильными, мы станем сильной Украиной, мы станем сильной страной. Мы сможем защитить себя, своих родителей, своих детей, внуков. Но это же все внутри нас. Ну выплесните это из себя, ну придите с любовью, придите с желанием помочь кому-то. Господи, сам подхрамываешь, но этому помоги. Он перестанет хромать, скажет тебе спасибо, тебе уже станет легче от того, что ты выровняешься. Тебя отблагодарили. И ноги твои станет легче, ты хромать перестанешь. Да, я это так красиво все рассказываю. Я над этим розумію, всім надо работать. Але це не просто. Але не просто. Ми розказуємо з вами. І людина може спробувати. Ми з вами поговорили про духовну, душевну таку роботу над собою. А давайте, якщо це можливо, звичайно, розкажемо, от, наприклад, як позбавитись головного болю. Є якісь... Єсть. Великолепно. Вы знаете, есть несколько методик для того, чтобы попытаться, хотя бы попытаться помочь себе с головной болью. Вот здесь вот, где брови наши начинаются, вот так. Здесь не заканчиваются, а начинаются. Есть точечки две. Нужно поставить локти на стульчик, сесть на стульчик, на стол поставить локти, и вот на большие пальчики, на верхние фаланги больших пальчиков, вот эти просто положить голову, посчитать до 30. Да, будет больно здесь очень. 30 посчитали, причем считать нужно так, 30 секунд. Вот посмотрите на секундомер и скажите себе там не раз, два, три. Раз, два, то есть так, как положено. Поставили, отсчитали 30 секунд. Затем погладьте эти места, потому что остается боль. Если у вас болит голова, у вас поднялось давление. Но нет под рукой нужных вам препаратов. Здесь есть точечка под носом. Вот здесь. Она очень болезненная. Да, против давления. Вот берете указательным пальчиком, обязательно согните вот так.
И вот прям подавите 9 раз. Раз, два, три. Вдавите туда пальчик. Боль сумасшедшая. Но, во-первых, упадет давление, во-вторых, перестанет действительно болеть голова. И еще есть у нас вот этих два больших пальчика, которые тоже можно использовать, чтобы убрать. Тоже, когда повышается давление, появляется головная боль. Сзади есть яремная ямочка здесь у нас. Угу. И около нее, в самой вот серединке, не в ней, а около нее, вот ямочка, и вот здесь вот в этих местах есть точечки, очень болезненные. Если вы нащупали эти болезненные точки, возьмите этими большими пальчиками и надавите себе, но считать до 50. 50 секунд нужно продержать. Вот до 50 посчитали, а потом погладьте. Всегда нужно те болевые точки, которыми вы пользуетесь, гладить. Если болит сердечко, у нас есть великолепные вот здесь вот точки, кстати, это точка для восстановления. Вы читаете мои думки, я как раз про сердце хотела запытать. Вот здесь есть точечки, они тоже, вот найти эту болезненную точку. Это сочленение у нас большого пальчика, да, и указательного. И вы начинаете тоже 9 раз на нее давить, безумно больно, но потом вы обязательно погладили и сказали ей: ну вот, точечка, прости меня, на одной руке, затем на второй руке. Еще, когда болит сердечко, это уже Амосов научил. Вот здесь солнышко у нас есть на мизинцах. Кладете их на нижние зубки и резцами верхними придавливаете 9 раз. А затем погладьте вот так. И вы знаете, если это делать в спокойном состоянии, умиротворенном состоянии, оно болит, но ты снимаешь с себя там раздражение, угнетение. Ты себе помогай сейчас будешь. Ты весь такой большой, сильный, красивый и так далее. Надо себе помочь, силы набраться. То есть, вот как вы себя настраиваете, только тогда вы сможете помочь. Если вы себя настраиваете, да ладно, подавлю, да ладно, понажимаю, ничего не будет. Эффекта никакого, ноль. А вот если вы зададитесь целью, дадите себе такое задание, обязательно будет эффект. А якщо людина, ну, вибачте, будуть дещо практичні такі питання. Якщо людина страждає на безсоння, тому що от зараз спека, і люди жаліються, нам телефонують глядачі, жаліються про те, що не можуть спати. Чи є тут якісь там точки, які ми могли б... Є. От наші ключиці. Так. І от тут от кладемо, от виступает, бачите, от тут от. Кладемо сюди мізинці і всі 4 пальчика положили и отодвигаем на сантиметр вовнутрь. Угу. И очень нежно нажимаем попеременно одной и второй рукой по 12 раз. Раз, два, три, четыре. Будет немножко неприятно, дискомфортно, болезненно, но тем не менее, вот 4 пальчика кладем, еще раз повторяю, сначала на ключицу, затем на сантиметр двигаем ее ближе к шейке, то есть она во впадинке у вас. И вот 12 раз одной рукой, второй, по 12 раз. Затем тоже погладили и лягте на правый бочок. Знаете, поза ребенка и засыпайте спокойно. Есть еще одна хорошая методика для того, чтобы избавиться от бессонницы. Кстати, эта методика очищает все, что вы негативное набрали за день. Это на 15 минут на ночь, только перед сном, вот перед тем, как ложиться в постель. Вы наливаете в какую-то посуду воды горячей, настолько горячей, чтобы можно было ногу поставить и не поднимать. Попробуйте локотком, как мы обычно вот детей в ванночку ложили. И из расчета на 1 литр воды десертная ложка поваренной соли, крупной соли. Растворили, поставьте на 15 минут ножки. Вот вы поставили. И вот когда ноги стоят, вы просто прислушиваетесь к тому, что ваши ноги стоят в соленой воде, пальчиками в воде подвигайте ножками. То есть переключите себя о том, что вот я опять ложусь спать, опять у меня будет бессонница, да что ж это такое и прочее. Нет, отключите себя. Абстрагируйтесь от того состояния, которое было вчера у вас. То есть сегодня вот ваши ножки стоят в соленой воде. Через 15 минут выливаете воду, чистой водой смываете соль, соленую водичку, вытираете насухо, можно одеть теплые носочки там, либо махровенькие, и тут же идете в люлю, и засыпаете спокойно. Ну, от пусть попробуют, на следующий раз пусть нам позвонят и расскажут. Я уже себе это уявила, и уже теж хочу в люлю. Дело в том, что при этом адсорбируется из организма все негативное, что человек на себя нагреб, потому что за день мы нагребаем столько всего, а оно уже опускается куда? Вниз, к земле. Сейчас тепло, кстати, еще есть одна прекраснейшая методика, которая пользовалась древними. Люди ходили босиком
Снимали обувь, снимали носочки, ходили босиком где-то до получаса по зеленой траве. Вот там, где есть зеленая трава, полчаса походить по зеленой траве, если ее немножко ходить кругами. Но тем не менее, зеленая трава снимает земля. А ми щось говоримо про себе, ну, тобто, а в цей знає... час? Да, конечно, ви думаєте, ви же ходите не просто так, ви же ходите, тому що ви хочете цю ніч спати, і ви прислушуєтесь к тому, як вам приємно. И походите, очиститесь, ваши ноги очищаются. Земля всегда была чистотой, она всегда очищает. Пані Людмила, ми заговорили з вами. По-перше, ні, я хотіла запитати про Амосова. Хірург, відомий хірург, людина, матеріаліст. І він вірив у ці біоенергетичні речі? Діло в тому, що коли ми з ним познайомилися, він немножко скептично відносився. А потім буквально десь, може бути, через год-півтора, він мені сказав, якщо б ми познайомилися раніше, років 20 назад, я многое переосмислив би в цій житті. Ви знаєте, дійсно, всі його последние брошюры, которые он писал, наш великий Амосов, они уже идут с тем, что наша дружба сказалась. Понимаете, там уже очень многое было пересмотрено. А ми з вами почали говорити минулого разу про дітей і дали кілька вправ, як бабуся або матуся або батько може навчити свою дитину допомагати самостійно собі. Може, продовжимо, як гадаєте? Звісно. Діло в тому, що по цьому поводу вже були телефонні дзвінки, люди спрашували, де можна приобрести цю методику. І куди відправляти дитину вчитися? Я давно хотіла зробити школу Жукової, але, к сожалению, в своє время це не вийшло, тому що не дали соответствующее здание, ну и так далее. За границей я обучала. Здесь мы попытались, сделали просто экспериментальные классы. Во Львове я в прошлый раз рассказывала, полтора года мы наблюдали детей, которых мы учили, обучали этой методике. И только после того, когда мы увидели результат, я эту методику опубликовала, имею авторские права на нее. И после этого разрешила ее в Германии и в Америке пользоваться. Скажите мне, будь ласка, стосовно глядачей телефонували, запитывали, где можно купити вашу методику? Ви знаєте, я її не продаю, я її просто дарю. Дарю, тому що, ну, такі речі не можна продавати. Тобто це треба звернутися в ваш центр? Це не просто моє знання, це моє бажання, щоб діти, покоління дітей росло здоровим. В цій методиці є дуже хороша анотація доктора медицинських наук, психотерапевта Литвинова Валентина Борисовича, де він дійсно повністю підтримав. Є рекомендації, щоб ця методика дійсно мала місце бути. Доктора биологических наук профессора Горчакова, и есть мнение, опять же, великого Мусова, который сказал до гениальности просто. Это то, что я никогда не смогу забыть, потому что я создала эту уникальную методику, по которой, ну, на сегодняшний день, собственно говоря, я очень много обучила уже и преподавателей младших классов. Но это было тогда давно, в сегодняшнее время этим никто не занимается. То есть, чтобы отримати методику, я все-таки, вибачте, наполягаю на тому, чтобы зрозуміти, де її взяти, потрібно звернутися в ваш центр. Да, просто позвоніть, ми її вишлем. І ви подаруєте. Вишлем як подарок, да, це подарок. Це чудово. Треба казати, що бачили вас на Чорноморці? Звісно, пусть говорять. Це буде у нас, як знаєте, пароль. Видели я, ви знаєте, для наших глядачів завжди домовляюся за знижки, за якісь там речі. Здесь не придется домовляться, здесь просто люди пусть звонят, говорят адреси, мы будем высылать. Добре, а тепер давайте покажемо кілька речей, як минулого разу ми почали вже вчити. Для тих, хто не бачив, є повтори нашої програми на YouTube, будь ласка, знаходьте там «Будьте здорові» називається програма, а ми з вами йдемо далі. Мы продолжим. Ну вот я в прошлый раз закончила на том, что ребенок, когда он рисует свою ладошечку, обводит желтым карандашиком вокруг пальчика, получается как лучи, он затем продлевает эти лучики, можно их даже закрасить, получается как солнышко. И вот это солнышко он через некоторое время должен почувствовать. Он вторую ручку точно так же делает. То есть вот у него получается два солнышка. И через некоторое время он действительно начнет ощущать, что вот он руку положил на уже
уже закрашенную ладошку, и он начинает ощущать нечто вроде как покалывание, как мурашки, как сказал мне один ребенок, говорит, мурашки начали. Откуда у меня мурашки? Он начал смотреть на ладошку, она у него стала розовенькая. Понимаете, это опять же мышление ребенка. Вся эта методика направлена на то, чтобы развивать мышление ребенка, чтобы развивать его знания в отношении анатомии. Она развивает, не обязательно, чтобы они стали великими медиками, но ребенок будет грамотный, он будет знать, из чего состоит его печень, где в него находится горло, там трахея и прочее. Пані Людмило, я дещо, давайте поставимо три крапочки, тому що нам вже телефонує глядач. Вітаю вас, як вас звати? Ви з нами, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. І вам доброго здоров'я. Алло. У мене часто голова крутиться. Так. Вже, мабуть, десь півгода. Больницю їздила, приписали вести норм. Вести норм п'ю утром і вечором по 24 міліграма вже апрель, май, іюнь, іюль, четвертий місяць. І не послабляється. А вам діагноз поставили? Та вони сказали, що поки попиться длительне время, должно перестати. Ага. А там хто зна, сказали. Не можна собі якось другим методом пособити собі, не можна? Зараз ми почуємо Людмилу, вона вам допоможе, звичайно. Але скажіть спершу, скільки вам років і після чого це сталося? Хто зна, після чого воно сталося, непонятно, а років мені 67. Тобто ви молода жінка ще? Так, да, доволі. Ого, молода, вже пора. Ні, не пора. Ви знаєте, ми ровно так себе чувствуємо, вірніше, так виглядимо, як себе чувствуємо. Поэтому я теж вважаю, що я ще дуже даже. Поэтому я хоч і говорю свій возраст, але всім розказую, як я почала відсчитувати назад, і поэтому мені вже давним-давно 35, і от я все время перебуваю в цьому стані. Знаєте, коли в душі 35, то воно 35. Я не хочу больше. Ну, не хочу и все. А зачем? Так и выглядит. А зачем? Да, я стараюсь. И как допомогти? Значит, как помочь этой женщине? Ну, во-первых, я не знаю, какое у нее давление. Лучше, если она ко мне позвонит, чтобы я не наделала сейчас ошибки вот так на всю страну. Я что начну давать для нее конкретно какие-то рекомендации, а может быть, все, что я расскажу, как раз ей будет противопоказано. Поэтому пусть она позвонит. Есть верхний телефон, это наш рабочий. Телефон, який ми бачимо зараз на екрані. Да. Тобто пусть на екрані позвонит. Є телефон, запишіть його, будь ласка, зателефонуйте і ви отримаєте персональну консультацію. Я дам їй всі совети, які тільки знаю, якщо вона не буде, не зможе к нам приїхати. А взагалі, якщо крутиться в голові, чи голова кружиться, да. То як собі... Ви знаєте, причина нужна. Головокруження може бути дуже причин мати багато. І нарушення кровоснабження сосудів головного мозга, і нарушення кровообращення, опять же, сосудів головного мозга. Тобто треба поспілкуватися. І больной желчний пузырь, він теж дає головокружение, потому что голова-мозг и желчный пузырь, они имеют тут общие точки акупунктурные и, к сожалению, тоже действуют друг на друга. Причин может быть очень много. Пусть она позвонит. А можно я боюсь ошибок совершать. Я до сих пор, по крайней мере, никто никогда не пришел и не сказал, что вы ошиблись. Поэтому не хочу ошибиться здесь. Пусть позвонит. Телефонуйте, будь ласка, і будьте здорові. А можна особисте запитання? Да. Скажіть, будь ласка, ви користуєтеся, чи так, лікуєтесь препаратами хімічними? Чи ви все ж таки народною медициною собі допомагаєте? Як? Ну, це питання, звісно, цікавий ви задали, тому що коли-то мені його теж задавали, тоді я могла спокійно сказати, що у мене немає навіть медичної карточки. Але, к сожалению, у мене був дуже сильний стрес, у мене ушла мама. Вона уходила при мені. И я на какое-то время потеряла внутри себя то, что нужно было непосредственно для меня лично. И вот тогда у меня вдруг начала появляться тахикардия и так далее. Сейчас этого нет. Я с этим справилась. Прошло уже достаточно, 8 лет прошло. Но первые 5 лет было безумно тяжело. Да, я даже вызывала скорую помощь, потому что я не знала, во-первых, что это такое. Потом, когда я уже узнала детально, я пыталась искать основы того, чтобы как-то с этим справиться. Вот каким образом? Свои внутренние силы? Нет, это оказывается, нет никаких...
Ну, единственное, что есть, вот перед тем, как 156 или 170 или 200, не дай бог, пульс, то просто наступает, как был один очень умный у меня доктор скорой помощи, сказал, вы ауру чувствуете при этом. Я говорю, вы знаете, начинают тяжело дышать, и появляется сдавливание грудной клетки. Все, вот в этот момент, пожалуйста, будьте добры, накапайте еще до того, как вы измерили свой пульс, накапайте себе карвалол. Угу. Если ви вже чувствуєте, що він б'ється, делайте 60 тобто, капель. Не можна вже відмовлятися від традиційної медицини. Ні, ні в коїм случае. Я вже неоднократно говорила, що я можу, наприклад, закапсулювати опухоль. Но удалять ее будет хирург. Я приводила уже эти примеры. Есть люди, которые живут благодаря тому, что в свое время я закапсулировала опухоль, а хирурги вовремя убрали. Дети приходят с вот такой вот щекой абсцесс. Я уберу абсцесс, я, щека придет в норму. Но удалить зуб я не смогу. Идите, пожалуйста, к стоматологу. Поэтому у нас мы пишемся центр нетрадиционной медицины, но на самом деле мы центр комплементарной медицины. У нас залишается 4 хвилини з вами, час летить просто непомітно. Я вам вже неодноразово про це казала. А ми ж вчимо зараз дітей. Батьків, щоб вони змогли навчити своїх дітей. Ми вже розказали про долоньку. Ось дитина відчула, що там якесь є тепло в цій долоньці. Вона почала відчувати тепло. Я би дуже ще хотіла, щоб ми успіли за залишилося коротке время. Я вже прошлый раз говорила, нужно купить 7 цветов пластилина. Желтого должно быть много пластилина. Из желтого пластилина нужно, чтобы ребенок научился делать шарики. Сначала пусть ему помогают бабушка, дедушка, папа, мама. Как можно больше вот этих желтых шариков. Размер, диаметр приблизительно где-то 4-5 сантиметров этого желтого шарика. И вот пусть он кладет этот желтый шарик пластилиновый у себя между ладошками. И пусть он, здесь нужно, понимаете, он же пластилин немножко липкий, и вот когда эти ладошечки прилипли, ему нужно сказать, что твои ладошечки прилипли сейчас к этому пластилинчику, и тебе будет немножечко-немножечко тяжело их оторвать. Вот начни отрывать правую ладошку, положи ручки вот так, он кладет левую руку вниз, на нем остается этот пластилиновый шарик, правую он поднимает наверх. И вот в этот момент можно посмотреть, у него обязательно останется красненький пятно не от того, что он придавил пластилин, а от того, что его энергетика уже он начинает мыслить. Понимаете, затем справа, вот это упражнение, которое нужно делать неоднократно. И потом что робити? Вот, а потом дело в том, что он начинает ощущать тепло. Понимаете, когда ребенок уже начинает ощущать тепло в своих ладошках, даже когда не будет этого пластилинового шарика, он может почувствовать, потому что по ходу папа или мама ему, или мы с вами будем продолжать учить, надеюсь, будем у меня еще пригласите. Звичайно. У него появится царапинка, он упал, разбил колено. И он тепло? Потом, да, он берет это тепло и дотрагивается рукой. Как вот я уже говорила, если что-то болит, ребенок прибегает, маме мужка жалуется, там. Да, мама погладила, подула и уходит. У нас залишається хвилина, у нас є дзвінок, я не можу відпустити глядача без вашої консультації. Вітаю вас. Говоріть, будь ласка, як вас звати і швиденько ставте своє запитання. Доброго дня, Вадим, Київ. Питання до пані Людмили. У мене є таке джерело літературне – система Доїн. Звичайно, вам це джерело відоме. Ще раз підскажіть, будь ласка, як називається? Не слышно було. Є така книжка «Система Доїн». Видавник переведення там в Америці видають, Нью-Йорку, все таке інше. Ну, от всі теми, котрі ви зараз розказуєте, один до одного там відзеркалення таке є. Скажіть, будь ласка, ці джерела передвищими даються і де їх можна придбати? І придбати вашу літературу? Ну, я чув, що ви там даруєте, все це інше. А як зв'язатися з вами? Вы на экране видите телефон, запишите, пожалуйста, первый номер телефона, это городской, это наш администратор. Позвоните и скажите, что вы со мной разговаривали на Черноморке. Я смогу взять трубочку. И отримуєте усі-усі відповіді на запитання. У нас, на жаль, немає часу. Пані Людмило, ми наступного разу продовжимо вчити дітей. Зараз у нас залишається там півтори хвилинки. Скажіть головне для наших глядачів, надихніть їх, щоб вони змінювали свій світогляд. Отак, ми вже ми вже зрозуміли, що це найголовніше. Наші думки створюють наше життя. Безусловно.
Я не перестаю повторять, что мысли настолько материальны. Я об этом пишу, я об этом говорю. Я об этом пытаюсь убедить, и у меня это получается, своих пациентов, когда они выздоравливают, они приходят и говорят: «Вы знаете, вы настолько поменяли мое мировоззрение и мышление, я же стал мыслить по-другому». И я очень благодарна этим людям за то, что они благодарны мне, потому что я приняла какое-то участие в их жизни. Я рада, что их у меня уже тысячи. Вот, и я повторяю сегодня: люди, начинайте мыслить по-новому для себя. Любите себя и своих близких. Это очень важно. Дякую, пані Людмило. Я нагадаю, що з нами була Людмила Жукова, біоенергетик, академік, директор Центру нетрадиційної медицини «Енергетика». Я все правильно сказала? Все пані правильно. Людмило, я чекаю вас наступного разу в студії. Вам, шановні, дякую за увагу. Вірте в дива. Думайте позитивно, гарних вам вихідних, відпочиньте, зустрічаємося в понеділок у цій самій студії о 17:15. А поки що кажу вам, будьте здорові, любіть себе і бережіть себе.